Всем привет, меня зовут Таня. Я очень рада, что вы вновь на моем канале. Девчонки, начинаю влог. В этом влоге покажу, что происходит на кухне, покажу еще свои подарки за Новый год и вообще сейчас поговорим, расскажу, что да как. Я сегодня ногу повредила очень сильно. Как знаете, к дню рождения время приближается, так начинаются какие-то апокалипсисы маленькие. В том году тоже то палец поврежу, то еще что-нибудь. Сегодня проткнула ногу, прям очень сильно попала в артерию. Вот, перебинтованная у меня сейчас нога и еще ожог на животе. Это вообще просто. Мама смеется, говорит, колющие, режущие, горячие предметы не подпускать тебя вообще. На работе постоянно пальцы протыкаю иглами. У меня вообще все руки проткнутые. А живот так это вообще... Стала чай наливать, хотела пакетик обернуть, он отскочил, кружка опрокинулась, я вовремя отскочил, но вот такой все равно ожог на животе присутствует и сейчас долго не заживает. Ужас какой-то, ну ничего. В общем, это мелочи по сравнению с другим. Знаете, вообще, как началось с того года, нам летом... В общем, рассказываю, что да как. Летом понизили расценки, приходилось больше, как бы, ну, нужно, да, больше априори работать. И все, у меня произошел сбой. У меня спина просто сказала «до свидания, Таня». У меня и так как бы спина болела. Но то, что летом начало происходить и по сей день, это просто какие-то адские боли. Постоянно у меня каждый день боль. Я... Сижу как бы и на таблетках, и на свечах, и на кремах, и на пластырях. В общем, и в корсете работаю. То есть без корсета я вообще не могу. Я прям чувствую, как у меня позвонки, знаете, такие сползают. Доктор сказал больше 3 часов не сидеть. Вообще на стуле. То есть как бы в день, да? Либо полчаса посидеть, полчаса полежать. А как я буду полежать, если я работаю как бы швеей, да, я 12 часов сижу за машинкой. Поэтому к вечеру у меня просто уши в трубку сворачиваются от боли. И вообще я сижу в двух корсетах, вот сейчас заказала новый. Посмотрим, как он работает. Мне главное, чтобы поддерживала спину корсет, но при этом я могла как бы сгибаться. То есть вот это мне нужно положение. Вот, ну, просто, у меня уже, мне кажется, лицо перекашивается от тех болевых ощущений, которые я испытываю на каждодневной основе. Я даже ночью перевернуться на диване не могу, то есть мне нужно за диван именно держаться, чтобы перевернуться. Это вот началось после всем известного вируса, как переболели, вот тогда, наверное, осложнения пошли. Вот, потому что до этого как бы, ну, так не было, да, спина болела, но чтобы такие боли были, нет. Поэтому как бы вот сейчас только так, и поэтому времени нет, один выходной, как бы, и то не знаешь, куда его посвятить, либо ролик снять, либо отдохнуть, либо, естественно, по ремонту что-то поделать, и вообще, ну, что можно за день? Это когда сидишь на работе, знаете, время медленно бежит. А когда ты дома сидишь, просыпаешься, ну я как бы раньше 10 точно не просыпаюсь в выходной день, потому что у меня просто организм не успевает отдыхать. Вот, и все, уже и вечер, и снова на работу, поэтому как бы, не знаю, еще апокалипсисы такие, то на пузе, блин, ожог, то ногу проткнул, но сегодня вообще жестко прям было. Поэтому вот вся и причина отсутствия, как говорится, роликов, нету времени. И не хватает ни силы, ни здоровья, ни времени. Я думаю, у многих сейчас так, потому что время такое. Ну, тот, кто дома сидит, тот, наверное, у того больше времени. Поэтому, не знаю. Хорошо еще, знаете, близко работаем, как говорится. А те, которые еще 2 часа на проезд тратят туда и 2 часа обратно, было у меня такое место работы. Нет, спасибо, больше не хочу. Поэтому как-то так, все банально, как говорится, все просто. Надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо, что вы остаетесь со мной, несмотря ни на что, не отписывайтесь и так далее. Пишите комментарии, я тоже вас всех очень ценю. И спасибо вам за все поздравления. И, как говорится, и прошлые, и будущие. Спасибо и за лайки, и за дизлайки. Новый год прошел обычно.
Сейчас сняла для вас ролик, после этого влога выйдет, про находки для волос. Обязательно посмотрите его, потому что там будут, ну, прям супер находки и мои фавориты. Потом, после ролика про волосы, будет видео с хайлайтерами. Я считаю, что это, ну, как бы, пусть сейчас хайлайтер не в моде, но я считаю, что он действительно нам помогает выглядеть лучше. Вот нанес, казалось бы, да, хайлайтер где-то здесь, над губой, вот на переносицу, над верхней губой, и уже как-то лицо выглядит, ну, свежее, по мне так. А особенно кому за 40, так я вообще считаю, что хайлайтер, ну, прям вот необходим, он действительно высвечивает какие-то части. Я считаю, что я обожаю хайлайтеры. Вот действительно, у меня их много, но не все. Я просто сейчас заказала дешевые хайлайтеры, которые на Валборисе с высоким рейтингом. Посмотрим, как они работают. Для меня это новые какие-то бренды, естественно, это китайские бренды. Но какие-то они прям хамелеоны, супер-пупер. Очень интересно будет их протестировать. Вот. А потом Вот для меня проще сделать какие-то тематические ролики. Напишите, какие вы хотите, там, про румяна, про еще что-то. Что вы хотите, на какую тематику мне поработать. И многие писали, девчонки, что я не снимаю ролики, потому что обиделась на комментарии по поводу рекламы. Девчонки, я вообще не обижаюсь. Ну, как бы, мне это не свойственно. Потому что я не знаю просто этих людей, которые, как бы, пишут злые комментарии. Поэтому я на них не обижаюсь. Это раз. Во-вторых, сейчас, по-моему, еще в том году началось, что ты не можешь брать, ну, как бы, у меня такого и не было, у меня все были бартеры, как бы, и то я делаю свое мнение, то есть я изначально пишу, что мое мнение это будет, ну, как бы, оставаться моим. Вот, у меня сейчас ящик, если честно, завален предложениями протестировать какие-то леггинсы, какие-то гетры, потом полки с Валборис, потом куртки, что-то еще. Я это не беру, потому что мне это не интересно. Я беру то, что мне интересно, что мне не нужен товар, чтобы я потом не знала, куда его деть. Мне нужен какой-то товар, который я буду носить, который я могу показать, как он работает. Кстати, по поводу краски меня многие спрашивали. Помните, я красила подошву в белый цвет? Девчонки, она как была белая, так она и сейчас по сей день белая. Ничего с ней, она не облезла. Многие писали, что она облезла, ничего она не облезла. Все прекрасно. Кроссовки, как говорится, какие-то кеды до сих пор на работу ношу, донашиваю. Вот, поэтому обязательно пишите в комментариях, какие видео тематические вы хотите, чтобы у меня были. И вообще тематику роликов. Я буду, как бы, над этим работать. По поводу рекламы я еще раз сказал, что я не обижаюсь и беру то, что мне интересно. Это раз. Во-вторых, чтобы брать деньги за рекламу, нужно быть либо ИП, либо самозанятым. У меня ни того, ни другого нет, поэтому я могу брать только бартером, что мне товар, и мое мнение остается всегда моим. Поэтому, девчонки, когда пишете, ну, как бы, думайте, что пишете, поэтому не надо писать под всех под одну гребенку равнять. У каждого свое мнение, и каждый блогер, как бы, индивидуальный личность, и у каждого свое мнение. Поэтому продолжаем смотреть влог. Начинаю, девчонки, новый влог с похода на мою кухню. Кухня практически готова. Конечно, она еще не совсем, да, смотрим коридор, что еще не готов, но кухня уже практически готова. Итак, я уже тут занесла и стол, и кресло, и, конечно же, поставила холодильник, повесила новую тюль. Сейчас буду рассказывать, что было сделано, о минусах и плюсах. Ну, начнем с того, что, конечно же, самое трудоемкое было, это, конечно же, кирпичная стена, потому что я ее делала очень долго. Затирка, приклейка, покраска и конечный вот такой слой, три слоя лака. Все блестит, все красиво, можно мыть, протирать и так далее.
Это, конечно, очень трудоемкий и очень тяжелый процесс. Я это делала одна, и деньги на кирпичи закончились. В общем, нужно было ждать снова кирпичи. И, в общем, кто хочет все-таки сделать кирпичную стену, сразу вас предупреждаю, что это будет очень и очень трудоемко. Вот такая штора у меня. Не штора, а тюль. Я выбирала, знаете, чтобы и светлая была, и не сильно темная. В общем, чтобы и свет проходил, но при этом не бил в глаза свет, потому что все равно все-таки вот эти панели, они как бы к выцветанию очень, знаете, так, ну, в общем, выцветают, если сильное свет, освещение. У нас тут за окном строится магазин. В общем, поставила свой холодильник, мой любимый холодильник, это подарок. Вот такой хайер. Давайте заглянем в холодильник, что у нас тут есть. Ну, у меня тут хранятся такие, знаете, заготовки. Капуста, это у меня арбузы маринованные. Женщина мне дарила с работы на Новый год, потом не попробовали. Это грибы, это тоже грибы. Сама собирала, сама солила по рецепту из интернета. Это у меня маслята очень вкусные, просто обожаю. Сейчас ставлю ролик, как я их собирала и солила. Зашла в Фикспрайс, специально купила тазик для промывки грибов. Потому что у нас есть, но не такой маленький. А этот, сколько литров получается? 9,5 литров. 55 рублей, по-моему, стоит. Вообще чудо. Так, половину грибов отделила. Эти я пока не промываю, потому что они потом размякнут. Эти вот не влезли. И сейчас покажу. Эти вот уже у меня кипят. То есть сейчас посмотрела рецепт в интернете, то есть женщина кипятит их, варит 20 минут, чуть-чуть, слегка солоноватой воде. Пенку постепенно нужно убирать, потом она их смывает на дуршлаг, промывает в холодной воде и потом делает уже отдельно маринад. Я маринад вам подпишу, который я буду делать внизу, чтобы вы знали. В общем, посмотрим, что получится. И еще она в грибы добавляет немножко лимонной кислоты, по-моему. Да, лимонной кислоты, чтобы грибочки не чернели. Сейчас уточню этот момент и уже добавлю. Уже сварила первую часть и вот сделала маринад. Все, закинула в маринад. Девчонки, попробовала, это просто супер вообще. Прозрачный бульончик получается. Грибочки обалденные. Дальше идем. Это у нас мойка. Мы с Сережей делали мойку сами. Теперь вот думаю, как сделать дверцу. В общем, сейчас с дверцей проблем, но пока так пойдет. Кран у меня я покупала в Колорлоне. Кран. Он такой в крапинку. Очень удобный. Не такой дорогой, но очень удобный. Мыло из Fix Price. Классное мыло. Вот такая подложка силиконовая, чтобы стекала водичка с губок и так далее. На Валборисе брала. Вставку вот такую в Леруа брала. И здесь стоит стеллаж. Стеллаж пока будет стоять здесь. Он потом мне понадобится в другом месте. Либо на балконе. В общем, он мне нужен для работы. Так что пока тут постоит. И как раз тут цветочки стоят. Потому что у мамы им тесно. Вот этот цветочек такой красивый. Здесь у меня стоит мой дракончик. С аромапалочками. Так сидит, медитирует. В общем, вот такой красавчик. И, конечно же, кресло мое. Вы могли его уже видеть. Оно давно у меня, просто я его не показывала. Заказывала в магазине около работы. Хорошее кресло. И на нем удобно сидеть. Так что я буду сидеть на нем и снимать видео, потому что очень удобно, когда как бы фотоаппарат от окна. То есть и хорошо видно, как косметика наносится и так далее. Касаемо стула. Стул вы все видели. Стол мы сегодня с мамой собрали, легко собирается. И вот я одела скатерть прозрачную. Я не помню, вам показывала ее или нет. Перетянуть. Она вся помятая, потому что больше года лежала. Сейчас цены поднялись на них. Сейчас на все цены поднялись. Вот, сейчас распрямляется. Очень красивая скатерть такая. С пайетками. Очень классный стол всего. То есть он приходит готовый, вы как бы приделываете только ножки. Справится любая девушка, любая женщина. Деревце с лимончиками вы все видели, я думаю, да? И сижу, вот разбираю подарки. Это у меня
Я покупала давно, в общем, это штучки такие, вот, на ножки стульев, на ножки столов. Сейчас как раз достала, хочу прилепить на ножки стола, потому что там их нету. На стуле уже есть, а на столе нету. Сижу, разбираю подарки. Мама, значит, мне подарила из Магнит Косметик вот такой тон от Alien. Я говорю, купи мне что-нибудь от Alien. Она говорит, хорошо, посоветуюсь с продавцом. Ну и, конечно, как обычно, я люблю тональный крем. Она мне купила тональный крем и матирующую пудру. Будем с вами пробовать. Теперь на Alien огромнейшие скидки. В Магнит Косметике тоже заходила. Ну, как бы то обновляется стенд, непонятно, то не обновляется. И вот такой подарок мне прислала подружка. Из Москвы. Ритусик, спасибо тебе. Она любит сама косметику и знает, что я ее люблю. И вот она говорит, каких тонов у тебя нету, типа румян, говорит, и бронзера. Я говорю, от Revolution у меня бронзера нет. И вот такого тона румян, и вот эта новинка от Catrice. Посмотрите, какая красота. Я вам уже показывала наподобие на Саргазм, да, как бы они... А это они в розовый цвет уходят. Делаем с вами макияж. Вот такой тон румян, больше похож на какой-то терракотовый. Так, это у нас какой тон? Что я здесь не понимаю. Для меня розовый, персиковый и так далее. Сейчас на них скидки на Валборис. Она говорит, вот, закажу тебе. И вот такой бронзер. Всегда хотела от Revolution бронзер попробовать. Но как-то все не приходилось. Она говорит, заказывай. Я все оплачу. И вот такая палеточка. Маленькая мини. Кстати, сейчас Catrice же нет в магазинах, да? Они сейчас есть все на Валборис. Просто все новинки приходят там, так что ищите, просто забейте, и все там вам выйдет. Также мне подарили вот такой гель для душа Bubblegum. Это у нас Faberlic. От Faberlic мне нравится гель для душа. Конечно, они не сравнятся с Avon, как бы, потому что у Avon шикарные гели для душа, и они ни с чем никогда не сравнятся. Они густые, вкусно пахнущие и так далее. Нашла в закромах вот такую подводку Энчи. Хотела делать обзор. В свое время очень давно думаю что-нибудь еще купить, попробовать. Ну, так как-то и не срослось. И как бы... И по ближайшее время не планируется. Но подводка классная. Единственное, что здесь не кисточка, а фетровый наконечник. Очень неудобно наносить. Вообще просто. Также в закромах нашла вот такую косметику. NYX сейчас нигде не найти. Но я это когда-то... Я ее долго-долго искала, этот заказ у себя. Но так как у меня был ремонт, я думаю, многие что-то никогда не могут найти. Я, наверное, года полтора искала. И вот сейчас нашла, оказывается, в дальнем углу шкафа. Да, была посылка. Это мини вот такая пудра. И тоже мини-пудра. И вот такая палетка. Я хотела просто делать на них тоже обзорчик. Потому что вот эту палетку все хвалили именно вот в этом тоне. Они сейчас есть, их можно найти на Валборис, да, но цены, конечно, зашкаливают. Поэтому не знаю даже, что и сказать вам. На Новый год вот такую заказывала где-то в ноябре. Несколько штук. Вот это, конечно, это просто моя любовь, обожаю. Также мне подарили вот такой бальзам от Масил. Я думаю, многие его видели, многие его знают. Ни разу ничего не пробовал от Масил, честно могу сказать, но кроме вот этих филлеров. Как бы особо не разделяю восторга, честно сказать. Хотела попробовать вот этот, и как бы мне подарили, попробую. Сейчас я видела, что новинка вышла, красный точно такой же. Ну, тут какая-то маленькая баночка, поэтому не пробовала, ничего не знаю. Также вы посмотрите только, какая прелесть. Это такая лампочка, это такой блеск для губ. Да. По-моему, вообще 60 рублей стоил, девчонки, вообще. Также у меня появилась вот такая база, хочу протестировать. Тоже давно заказывала, еще летом. Праймер для век, кремовый, водостойкий. Марка вот такая, в ней много косметики. По-моему, это китайский бренд. Ну, видите, еще не распаковывала, не знаю, ничего не могу сказать. Лежало все в пакете. Нашла тоже вот такой ролик. Я думаю, многие его видели. Тоже взяла попробовать. Это матирующий ролик. Выглядит он просто как ролик. Сейчас вам покажу.
И вы мажете, можно мазать по макияжу, до макияжа, просто кожу. Ну, по крайней мере, так написано, я видел в роликах у девчонок. И он действительно матирует. Он матирует за счет того, что здесь как бы камень есть. Так. Камень, то есть вот, вот так выглядит ролик. И здесь как бы камушек. Знаете, вот как тайские вот эти вот ролики, которые такие прозрачные. И вот здесь тоже камушек такой вот. Видите, он крутится, и получается, что он матирует. Я уже его пробовал, он действительно матирует за счет того, что он как бы жир собирает вот сюда, в этот камушек. Но я не знаю потом, как его мыть, потому что все равно жир нужно смывать. Но действительно матирует, то есть за 200 рублей действительно ролик рабочий. Вот кто хочет попробовать, действительно прям вот супер. Мне очень понравился, действительно рабочий продукт. Не все то, что показывают, как говорится, реклама. И провок. Вот такие однушки у провока. Несколько штучек у меня. Я заказывала в разное время. На них сейчас скидки. И перед Новым годом их все разобрали. У них осталась только вот эта новая партия. Тоже оставлю на некоторые продукты ссылки. Зайдете, посмотрите. Так что вот так вот подарочки разобрала. Вот. И так, кстати, вот эта палетка Худомоджо. Это... Похоже она на Росс-кварц. Видите, как бы называется Росс-хрустал. Не стали хрусталь, не стали повторять стопроцентную копию. В общем, все будем тестировать, все будем пробовать в ближайших видео. Пусть видео будут выходить не так часто, как бы, но по мере возможности. Потому что, как могу, девчонки, действительно так как бы делаю. Здоровье как позволяет, так стараюсь снимать. И, конечно же, часики мои. Все идет, время идет. Красиво смотрится, так что вот так вот буду тут сидеть, снимать, пить чай. Чайник пока еще не доставала, потому что все-таки здесь нету стола, нету плиты. Розетку тоже еще для плиты не делали, потому что еще я ее не покупала. Сейчас с розетками проблема, столько розеток понакупили с братом. И ни одни, знаете, то подходят, то не подходят. Вот эти штекеры, которые вставляются в саму дырочку, вот эту, у них сам разъем вываливающийся какой-то, у других не вставляется, короче, фиг поймешь. Ну, как-то так вот. Девчонки, пишите свое мнение. Вот. Я, по крайней мере, довольна. Дальше будем продолжать зал. И все остальное. Работы еще, знаете, предстоит. Я сейчас просто вам зал не показываю. Там все навалено, завалено. В общем, в комнату практически не пройти. Так что продолжаем смотреть влог. Девчонки, заказала новый шнур себе. Плела кашпо до этого. Решила связать себе сначала салфетку, потом корзинку, теперь коврик. В общем, шнур этот... позиционируется как гамаковый, но есть шнур со статическим сердечником, есть который тянется. А если вы хотите шить в технике зигзаг, конечно, берите, который не тянется. Здесь сердечник, который тянется и который полностью вытаскивается, то есть это шнур в шнуре, поэтому он не подходит для техники зигзаг, только для салфеток, либо вот для таких ковриков. В общем, сейчас прошью еще немножко и... буду заканчивать, потому что это, знаете, очень долгий и трудоемкий процесс. Вспомнила, как шить. В общем, осваиваю новую технику шитья. Когда будет готов, покажу вам, как он смотрится. Кому интересна данная тема, обязательно... Я уже заговариваюсь сегодня, просто уже устала. Кому интересна данная тема, обязательно пишите в комментариях, что попробовать сшить. Значит, коврик у меня распрямляется, на кухню взяла, самый дешевый, знаете, девчонки, до 1000 рублей, такой безворсовый, обычный, тут уже ниточки мои от шитья, вот, в общем, на кухню постелю, потом в центр, тоже красиво, да, смотрится, такой мраморный выбирала специально, думаю, чтобы был не сильно темный, не сильно светлый и серенький, то есть под плитку, так что вот так вот продолжаем. Еще хотела вам показать, какие новинки появились в фикс-прайсе. То, что я взяла себе, мне нужна была обложка на паспорт. И, конечно же, я как блогер взяла себе вот такую крутую обложку. Хорошее качество, действительно, обложки. Тут такой сверху шнурок. И внутри очень качественно сделано. Посмотрите. Прям вообще огонь. Мне очень понравилось. Качество в фикс-прайсе прям улучшается, улучшается. Тут получается камера, а здесь...
Вот такие кнопочки. Сразу будет видно, где лежит ваш паспорт, потому что сейчас я паспорт найти не могу, потому что у меня обложка сливается. И, девчонки, появились вот такие пакеты. Вы только на них посмотрите. Я взяла все по одному. Это у нас вот такой тигр. Пантера голубоглазая, просто красавица. На одной стороне с блестками получается, а на другой стороне без блесток. Имейте это в виду. Получается пол лица на пакет. Вот такой лев зеленоглазый и волк. Волк просто бомба. Но они все красавцы. Видите, с блестками здесь на одной стороне. Вот. Вот такие красавцы. Зеленоглазый, голубоглазый. Мне, конечно, больше пантера нравится. И лев. Тигр. Лев. Волк. Тоже красавчик. То есть пакеты для мужчин вообще. По-моему, 55 рублей, если я не ошибаюсь. Так что, девчонки, вот эта коллекция к 23 февраля действительно хорошая. Есть из чего выбрать. Там, по-моему, и подставки под телефон очень качественные. Часы качественные. Так, что еще там? Ручки с тетрадками мне понравились. Записная книжка такая большая, тоже в золоте. И ручка. И, по-моему, подставка под эту ручку. Очень качественно сделана. Фикс прайс, несмотря на то, что цены повышает, и качество тоже действительно улучшается. Так что, девчонки, присмотритесь. Кто еще не видел эту коллекцию, прям вот советую. Так, пустые баночки, значит, у нас. Я тут уже начинала снимать, но что-то произошло не то. Значит, вот такая соль для ванны с ароматом карамельное яблоко. Девчонки, это новинка фикс прайс. Как-то неделю простояла, и все. Я попробовала все три вкуса. Две у меня еще в ванне стоят. Классная соль, действительно. Но такая маленькая баночка, 500 грамм, я думаю, даже тут меньше. Она такая мелкая, помола и не очень... Весь прикол то, что она цветная и с блестками. Больше ничего она не дает, никакого расслабления для ног она не дает. Также вот такой гель для душа. Тоже в фикс прайсе. Цветок клубника и кокосовая вода. Ни запаха кокоса, ничего. Обычный гель для душа, среднестатистический, то есть не советую. Следующее, мой любимый, это Rexona 3X, такой дезодорант. Регулирует повышенное потоотделение даже при стрессе. Действительно, это самый работающий дезодорант, который я когда-либо пробовала. Я не знаю, многие пишут, что здесь какие-то гормоны. Вот это я про это не читала, ничего не знаю. Но он действительно работает. Это самый лучший дезодорант. Никакого запаха он не пропускает. Пятен он на темной одежде не оставляет. На светлой он не дает желтизну. Самый лучший. Цена у него не бюджетная, то есть он намного дороже, чем другие. Вот. И по скидкам Магнит Косметик очень выгодно. В других магазинах намного дороже. Следующее, что у нас из фикс прайса. Девчонки, это новинка, и это просто супер новинка. Кто еще не попробовал, обязательно попробуйте. Крем-пена для ванн. Так, это что у нас? Манго. Вот, от Парли. Фикс прайсе. Я уже, наверное, беру четвертую. Она здесь есть манго и розовая баблгам. И, по-моему, еще третья какая-то. Супер, девочки, пена. Запах потрясающий. Шикарно пенится. Пена мелкая. Она долго остается в ванне. Просто... Расход минимальный, она очень густая. В общем, кто еще не попробовал, обязательно попробуйте. Это действительно хорошая новинка. Также у меня закончился Мирамистин вот такой. Вот эта фирма самая такая, ну как бы, всегда ее беру, и другого Мирамистина я не брала. Какой-то брала в темной упаковке, ну что-то кажется, да, как бы, ну казалось бы, Мирамистин один и тот же. Ну, видимо... Какие-то, может, составляющие разные. Следующее, это мое самое любимое гидрофильное гель-масло. Их есть 4 версии, я периодически беру 3. Вот это для проблемной кожи, супер, девчонки. У кого прыщики, кому надо подсушить кожу, то есть на лето это просто идеально. Есть вот такое для глубокого очищения, есть еще для зрелой кожи. И, по-моему, для сухой. Для сухой, естественно, я не брала, потому что у меня жирная кожа. И брала для зрелой. Тоже любое хорошо очищает. Просто супер. Особенно со спонжиком из Fix Price. Это просто, знаете, супер очищение. Но вот это мне больше нравится. Она как бы немножко подсушивает. Цена в Магнит Косметик по скидке, по-моему, 250 рублей. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Выбирайте под свой тип кожи. Шикарная вещь. Также закончилась у меня вот такая сыворотка.
Мне ее присылали на обзор. Хорошая сыворотка. Вы знаете, что я, если пользуюсь кремами, то только для глаз. В основном пользуюсь сыворотками. Это какие-то витамины, гиалуроновые. Эта сыворотка настолько была витаминная, нужно было ее чуть-чуть, и как бы под вечер кожа жирнилась из-за того, что она, ну как бы и себум выделялся, и из-за того, что она действительно была прям напитанная. Хорошие корейские сыворотки, претензий к ним вообще нет. Следующая эта сыворотка попадалась мне. Так, сейчас покажу. Попадалась мне в боксике каком-то. Вот, и Lash Booster. Это для ресниц и бровей. Всюду пользовала, не заметила ничего. Хотя у нее, по-моему, цена, если ее кто-то покупал, больше 1000 рублей. Ну, ничего, лучше, знаете, маслом касторовым помазать, и то, мне кажется, будет больше эффекта. Выкидываю недопользованный вот такой фа Fresh. Ноль спирта, ноль солей алюминия. Дезодорант ничего не делает. Ведет как-то себя странно под мышками, не высыхает. Ну, вообще, то есть ни запаха, ни толку нету. Дальше закончила вот такой обновляющая пенка для умывания, пустая уже. По-моему, в фикс-прайсе она тоже была. Неплохие такие пенки, знаете, это на тот случай, когда у вас, ну, ничего такого под рукой нет, чтобы вам как бы подходило, да, хорошего, достойного, либо что-то протестировать, либо на дачу. Так, следующее у меня тоже закончилось. Гель скраб регенерирующий. Он тоже был фикс прайс. Он настолько жидкий, и я им пользовалась просто как гелем для умывания. Он для этого идеально подходил. Частички там скрабирующие, конечно, были, ну, прям для названия. В общем, кончился. Также кончился вот такой мне кто-то дарил либридерм для глаз. Гиалуроновый филлер для кожи вокруг глаз. Касаемо вообще косметики Либридерм, я к ней отношусь скептически. Я считаю, что это очень разрекламированный бренд и очень дорогой по причине, ну, соответственно, рекламы, да? Я не считаю его, в принципе, аптечным, никаких у них таких. Я много перепробовала, я и красную серию пробовала, и зеленую. Сейчас у меня умывалка от Либридерм тоже мне дарили на Новый год. Но сказать, что это как-то супер работает, как аптечная косметика, я не могу. Ничего не могу сказать. Следующая сыворотка вот такая. Гиалуроновая. Это из Fix Price. Это когда совсем вы не можете найти подходящую сыворотку. Касаемо вообще сывороток из Fix Price. То есть это, по-моему, уже... Господи, забыла марку, которую я не очень сильно люблю, но вот сыворотки у них хорошие. Для молодой кожи, девчонки, и у кого кожа жирная, эти сыворотки вам очень хорошо подходят. За 200 рублей я считаю, что это нормальная цена для гиалурона. Да, тут не будет каких-то супер питательных веществ, но сыворотка неплохая. Моя любовь, это просто моя любовь. Вот такая сыворотка витаминная. Я вам уже ее когда-то много раз показывала. То есть вот от этой фирмы Велведер, видимо, они были вот в таких маленьких ну, как бы коробочках с пипеточками. Сейчас они вот эти сыворотки производят в большом количестве, по-моему, 25 миллилитров или 30. Она у меня тоже есть, уже тоже скоро подойдет к концу. Я вам оставлю на многие продукты ссылки, зайдете, посмотрите. Девчонки, сыворотка огонь. Я ее использую на ночь. Это просто супер витаминная сыворотка. Она не густая, она жидкая достаточно. И как бы написано, что ее и на шею можно, и под маску, и под крем, и под все, что хотите. Действительно хорошая работающая сыворотка. Цена, ну как бы, как у любой корейской сыворотки. Хотя это не корейские сыворотки, я, если честно, не помню, но использую их давно. Тот, кто меня давно смотрит, тот знает. Следующее, что кончилось, это я брату дарила, девчонки, потрясающий аромат. Я вам уже когда-то говорила, это вот Allure Homme Sport. Шикарный аромат. Это вот чисто мужской аромат от Parfum de Paris. Сейчас они мне ничего не присылают, видимо, обиделись, но аромат шикарный. Обиделись они по причине того, что последний раз они мне писали, а как бы я была не в состоянии ответить.
И, видимо, затаили обиду. Но я бы с удовольствием протестировал новые ароматы, потому что действительно это стоящие ароматы. Стоят своих действительно денег, они очень долго держатся, и брат вот действительно оценил. Девчонки, кто хочет аромат свежий, такой сладковатый, неприторный, действительно, знаете, такой молодежный, шикарный аромат, присмотритесь вот к этому аромату. Allure Home Sport. Я не помню, это, по-моему, кто, Versace или кто. Но присмотритесь, протестируйте. Так, следующее, что закончилось, это вот такое, вот такая вода, цветочная вода Липа для нормальной зрелой кожи. Это тоже был подарок. Это, знаете, такая водичка, которую просто пшикаешь на лицо, и она как бы освежает личико у тебя летом, если, допустим, стянуло или еще что-то. Вот эта фирма Ботавикос. В общем, она представлена очень широко в ленте. Там и крема, и сыворотки, и все, что хотите. Ну, вот я только это пробовала, и, по-моему, крем для рук. Ничего не могу сказать. Дальше. Рокс активный кальций. Это лучшая зубная паста, которую я использую. Я использую уже давно очень. Ни на какую не хочу переходить. Теперь они немножко схитрили, цену подняли. А сам тюбик уменьшили. То есть теперь тюбик здесь сколько у нас? 75. А сейчас, по-моему, тюбик продается по 50. Шустрики такие. Следующий это мой любимый скраб очищающий. Закончился. Пока не хочу покупать. Но кожа, видимо, требует. Также закончились вот такие коктейли для принятия ванн. Я просто выкидываю в основном пакетики. Ну, сохранила вам показать. Девчонки, они как бы действительно хорошие. Вот расслабляют. Здесь и морская соль, и пену дают, и аромат. И, знаете, такая нежная вода становится. Приятно в ней лежать. Маленькие такие пакетики. Одноразовые, но я использую два раза. Так, и пошлись вот по таким. Вот эта соль, помните, в фикс-прайсе была? Теперь она продается в ярче. И в ярче она все время по скидкам. Девочки, кто еще не попробовал эту соль, я вам настоятельно рекомендую попробовать. 20, по-моему, 4 рубля стоит или 22. Шикарная соль. Во-первых, воду красит в красивый такой цвет. Во-вторых, потрясающая пена. Шикарный аромат, который остается у вас на теле ближайшие где-то час-два. Просто супер. Действительно супер. Я делю вот этот пакетик на два раза или на три. Чисто просто, чтобы как бы водичку подкрасить и добавить пену из фикс-прайс. Это супер, как говорится, коллаборация такая. Также кончилась у меня вот такая антицеллюлитная соль для принятия ванн и натирания. Моделируем силуэт. Это новинка. Здесь вот активные добавки перец, согревающие специи, белая глина. И на обороте здесь даже есть упражнение. Представляете? Я когда увидел эту соль, думаю, надо взять себе и на подарок. Тоже дарила на Новый год. И также упражнение. Вот это, кстати, приседание. Это самое лучшее упражнение. И вот вторая часть. Это планка на локтях, которая действительно очень хорошо помогает. И я думаю, все эти упражнения эти знают. Следующая соль вот такая из Fix Price. Я считаю, что соль для ванны должна быть крупного помола. Тогда она действительно хорошо работает. Я без соли просто в ванну не захожу. Девчонки, сейчас у меня синяя, а вот это красная. В разнице в них не вижу. Тут написано натуральная, там, по-моему, с можжевельником. Единственное, что можжевельник пахнет очень, по мне, так грубовато. А так соль классная, она крупного помола, хорошие такие большие кусочки. Просто супер. Вот это моя любовь. Это бишофитная соль для ванны. Здесь еще пакетик идет с активным жиросжигающим комплексом. Но я никогда его не использую, видимо, поэтому он мне ничего не сжигает. А использую просто как соль. Хорошо расслабляет мышцы. И приятно находиться в этой ванне. Также вот это еще ванна красоты. Я ее всегда беру в Ашане. Всегда на нее скидки. Тоже пакетик с L-карнидином внутри. Антицеллюлитная соль для похудания. Ну-ну. Также кончился у меня вот такой в краску добавляла. Это хромоэнергетический комплекс от Estelle. Я считаю, что это из бюджетных лучший хромоэнергетический комплекс. Действительно защищает ваши волосы во время окрашивания. Те, кто пользуется пудрой для обесвечивания, это просто ваш вариант, потому что действительно волосы у вас не будут тянуться и хоть какое-то будет сбережение ваших волос. И последнее, девчонки, это тоже просто супер находка. Пена для ванны из Fix Price. Шикарный аромат. Прям сразу хочется спать, знаете, такое расслабление действительно вот от этого хвоя и апельсин. И когда я вот эту закончила, думаю, ну когда же появятся новинки? Захожу в Фикс Прайс и появилась вот эта вот
Черная смородина и имбирь. Ну, аромат мне не очень. Пахнет очень вкусно смородиной, но чувствуется имбирь. И вот жду облепиху и мед. Я бы еще попробовала. Но вот это тоже очень классное. Прям хвойный такой аромат. Как будто вы, знаете, елками обложились. И сидите в них. Так что вот такие были у меня пустые баночки. Скоро будут пустые баночки декоративки. Тоже вам обязательно покажу. Так что, девчонки, вот так вот. На этом буду заканчивать влог и уже буду начинать снимать следующий. Спасибо, что были, девчонки, в этом видео со мной. Всем хорошего настроения, всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. И, кстати, забыла вам сказать, зарегистрировала группу в Telegram. Обязательно подписывайтесь, буду туда выкладывать какие-то фотки, новости и так далее. Я, если честно, с Телеграмом не очень знакома, но попробовала, вроде получилось. Так что подпишитесь, я увижу, что вы подписываетесь, значит, я, ну, как бы, все сделала правильно. Так что, девчонки, буду ждать вас и в Телеграм, и в комментариях на Ютубе. Спасибо, что были со мной. Всем пока! Пока!